Всем привет! Вот я снова в лесу. Взял немножечко территорию поближе, метров на 500. Здесь ни разу не был. Такая симпатичная дорожка. Сейчас постараюсь углубиться в лес, ну и начнем. Так что, ребятки, смотрим. Вон первая находка. Не пойму, масленок что ли? Да, масло. Нормально. А вон тут и второй. Под травушкой. Вот. И вот там вот. Смотри, третий. Хороший, достойный гриб. Жареный, маринованный, вкусный. Отпрыгнул в такие маленькие елочки. Показалось место перспективное. Вон они. И вот сразу же выскочил такой вот красавчик. Какой тут валун. Сейчас пройду дальше по вот этой вот дорожке. Потом буду углубляться. Вот такие подберезовички. Тоже котируются по высшему классу. У нас одиночная лисичка. Пойдет. Тоже пойдет на грани, но вроде чистый. Ну, березовичек тоже актуальненький. Друзья, ну что хочется сказать, на первых порах, как говорится, гриб редкий, но систематически попадающийся, скажем так. Так что, если упираться, на пару сковородок точно хватит. Зато походишь, продышишься как следует. Ну, в общем, всем советую в лес, ребят. Пока еще сезон, как говорится, не закрылся, погода позволяет, можно шастать за грибами. Даже не думал, что в этом месте есть вот такое вот пятно молодого сосняка. Как будто, знаете, другое направление совсем. Нравится такой лес собирать. Приятно. Не то, что в этом буреломе шоркаться. Сейчас посмотрим, что тут может быть будет. Вот какой красавчик. Вот это просто прелесть. Смотрите, какой красавец. Еле увидел. Повезло. Поганка помогла. Вот это вот. На нее обратил внимание. И увидел красавчика. Слизнячок живет на подбире. Ну, он вернулся на наше место красных, к этому дереву. Вчера здесь были, и вот что пропустили. Довольно-таки большой гриб, который не заметить, конечно, очень трудно, кажется, на первый взгляд. А так вот он. Это чистый, точно. Вчера такие же тоже чистые были. Вон дырок нету здесь в трубке. Он обошел с другой стороны это дерево. И вон вообще, ну как заметить такой гриб под листком? Нога-то длинная у него. Вон он.
Еще ползут, значит. Когда жарко, ребят, червяки атакуют. Когда уже осень, холодно, червяку некомфортно, начинают слизняки обжирать. Вон что происходит. А так-то красавец был. Вон белобрысый из земли торчит. Блин, думал, толстая ножка, а тут оказывается тоненькая. Ну, тоже пойдет, ребят, подбирчик. Еще у нас два подберезовичка, ребят. Нормально, что пойдут. Дополнят корзинку своим присутствием. Еще знаете, какую тему замечал? Вот собираешь, вроде гриб попадается там. Бывает потихонечку, но есть. Но частенько потом так раз резко и обрубает. Ты чувствуешь, что внутри как бы тебя нить потеряна. Вот именно поиска вот этого гриба. Потом ходишь, упираешься и тишина. Вот я сейчас час хожу. И у меня такая история. Вчера то же самое было. Да частенько такое происходит. Вот. Это, наверное, знаки того, что на сегодня тебе лес дал именно то количество грибов, которые ты заслуживаешь. Вот такие вот заметки, ребят. Я знаю, что надо сделать. Надо отдохнуть. А то где-то 3,5 часа прошоркался столько времени. Гриб, конечно, очень редкий. Наверное, уже не будет. Но чего? В лес ходить надо в любом случае. Друзья, ну что, закругляюсь, выхожу к дороге, сейчас еще одно местечко быстренько посмотрю, если что-то найду, соответственно, покажу. А так, ребят, давайте всем удачи и пока. Thank you.